кровью заплатим за свободу. Да-д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 а. Эх ты, растяпа! О, боже мой! Эх ты, растяпа! А может еще раз скажешь? Мне эх ты, растяпа! Так, не всосал. Нет, не то. Окей, туда. А, да, туда можно зайти. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Ну да, бывает. Давай-ка сыграем в гвинт. Ты играешь в гвинт? Хорошо. Да, только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Да, закрыни сначала. Сыграем в другой раз. То мало ли там. Геральт из Ривии. Да, это я знаю. Гвинт. Партию в гвинт? С удовольствием. Давай. Удачи. Чё он там сделает? Нет, я не буду с Кейта Эли, у меня столько карт нету. Так. Что мне еще можно убрать? Подождите. Вот это уберем, мглу уберем. Ливень. Ясное небо мне не нужно, чтобы он меньше выпадало всего ненужного мне. Так, чучело мне нужно. Это тоже для тактики. Мороз, мгла, ливень. Я все уберу. Ну, тогда будет больше шанс того, что мне выпадет, допустим... Ага. Больше шансов, что выпадет мне боевой отряд какой-нибудь. Окей, поехали. А, у него тоже королевство севера, понятно. Так, вот тебя уберем, пожалуй. Тебя тоже. Найс, слушайте, вообще отличный расклад. Посмотрите, что здесь, что вот здесь можно сделать с этими парнями. Я первым хожу, что ли? Ух ты. Так, стрелки. Давайте сначала стрелков попробуем убрать. Угу. Ладушки. Баллисту на баллисту давай. Или это трибушет? Понятно. Допустим, так. Окей. Забираем, значит, баллисту. Забираем, нет, забираем стрелка чучелом. Пущаем, карты кладет. А я положу ему шпиона, заберу две карты из колоды. И буду таков. В этом раунде. Он забрал мою карту? Окей, и пасану, пожалуй. Он же козел, у него еще чучело было. Ха-ха-ха-ха! Слушайте, я сейчас выиграю ведь? А, нет, смотрите-ка, он заюзал себе карту героя. Окей. У меня-то карт больше теперь. Так, ну чё ж. Поехали тогда. Давайте нашу выигрышную тактику юзаем. Трибушет, говоришь? А я тогда заюзаю, я тогда себе верну кого-нибудь сейчас на поле боя. Почему бы не трибушет? Ха-ха, не ожидал, да? Да пошел ты в жопу со своим командирским рогом, понял, да? У меня тоже есть, прикинь. Играем зеркально сейчас с ним. Хотя стоило сыграть, наверное, все-таки на мечников. На мечников, ну ладно. Так, у меня же ничего нету, чем можно поживиться, да? Окей. А вот теперь посмотрим, что будем делать. 6 карт на 6 карт. Ага, 7 карт на 6 карт.
Так, сначала кладем всех не особо нужных, потом кладем вот этих парней. Они составят полную мощь. Сколько с каждого будет? По-моему, с каждого по 12, да? Удваивается сила каждого. Если рядом лежит, то... Ну да, по 12. Ну я что-то не понял, как это работает. Ладно, сейчас посмотрим. Надеюсь, он мороз не будет юзать. Вот если он мороз заюзает, я в жопе. А, я же могу убрать эти эффекты. У него нет мороза? Я по-прежнему лидирую даже без этого дела. Чувак, да что-то как-то... О, он сейчас... А, нет-нет-нет, это не хилка, фух. Усиление, бро! Еще одно усиление будет ведь. Ну да, это все, что ты мог сделать, ладно. Вау. По 12 с каждого, бро. Соснул, да? Лососнул, да? Взял вот лососнутунца. Все, изи. Ты выиграл. Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Окей. Старина Ламберт картежник? Окей, значит, Ламбертом надо сыграть. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Мелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. Че, как мне дали? Так какую карту? Не покажут на... Сайсентесис? О май гад, что это такое? Это опять не на... Скайтели? О май гад, у меня карта... Вы серьезно? У меня одни скайтельские карты получаются. Вы не шутите, да? Играть с корчмарями. Ай, насрать. Все равно этим не буду заниматься. Я просто хотел... Я подумал, что я у него выиграю карту, но я не смог у него выиграть карту, которая Королевство Севера, ладно. Какие проблемы у тебя с Бьянкой? Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке эта деревня? Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободное Тимерие. Ради него я пойду на все. Что могу сделать я? Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Ладно. Можешь на меня рассчитывать. Я что-то думал... Спасибо, Геральт. Думал, я твой должник. Жоп, может быть. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Опять туда тусить, в жопу тебя! Иди нахер! Серьезно! Ради дерева висельников, дерева жопошников! Затрахали уже туда-сюда меня гонять. Маку,
Полночь сюда приди, в полдень здесь, потом здесь пищу по лямзе, там по шкандибонькой, там по теребонькой, господи боже мой. Твою мать, туда-сюда гоняют по всей карте просто. Вот я чувствую себя каким-то... Кстати, смотрите, это, видимо, был какой-то баг, потому что, видите, у меня все... все доски объявлений, они... Ну... Они снова белые. А я не на все заглядывал. Короче, это был какой-то баг, видимо, у меня. Ладно, неважно. Баг так баг. Так чё, куда? А, ну вот. Holy shit, я здесь баг отшел, думал, фига себе, новые квесты могут появиться на доске объявления. Чё, этих не хватило, что ли? Не, баг, скотина. Я так подумал, что на первом... Ну, это, кстати, не зря сходил. Хоть разрулил ситуацию с... Там, у барона. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атма! Кырха! Похоже, мы опоздали. Матка, Геральт, надо ей помочь. За мной. Идем. С тобой? Гасимся. Блин, выносливость, давай. Обратно. Вперед! Let's ready to rumble! Fuck. Oh my god. Ты охерел, что ли, слышь? Окей. Вы там, что ли? О май гад! Бьянку чуть не убили из-за меня. О май гад, нихера себе. Хера себе он силен. Ты что, издеваешься, слышь? Фига себе он силен. Обалдеть, что тут... Я что-то думал тут, может, что-то делать надо? Идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирас... А тут её убивает? Ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Там нет сисек! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир! И жопа отставила сторону! И ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милителе. Учись на знахарку. Ёбаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Там чувак стоит. Чувак, ля, ложись. Ложись. О, о, у вас пленный. О. Ого, похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Ай. Пей его, Роше, мне не нужны проблемы. Роше, это жутко благородно и все такое, но так вышло, что я работаю на нильфгаардцев. И мне с ними больше проблем не нужно. Не нравится мне это. Но я не хочу тебя подставлять. Вот и отлично. Хороший нильф
мертвый Нильф. Я его удавлю, как... Отойди! Я все сделаю. Нейн, Трокаир. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Найсец? О, прокачаю сейчас? Нет, не, не прокачаю. Посмотрите, сколько хп осталось. Ну вас, поганые, почти убили. Черт! Прям как плохо-то. Слушайте, все, все очень плохо, в общем. Нарвался на люкарцев, они мне чуть по письке не на... не это самое... не настучали. Так, я посмотрел еще, где Трис живет. Давайте к Трисе заглянем. Че это вы здесь тусите все? Только что нильфгардцев убивали. О, так я мог посмотреть, слушайте. Ща посмотрим, может, что на них есть. Эй, я с пса что-то могу взять? Этот аж побледнел от голода. О, рубашка сойдет. А, насрать, да? Да, чё ты труп-то смотришь? Чё ты его тискаешь? Не тискай его, не надо. Ха-ха-ха, чё ты сделал? Господи, я пойду отсюда, каннибалы сраные. Ещё это, трупами кормятся. Охереть просто. Так, вот где-то... где-то тут. Сейчас найдем, не ссыте. Сейчас все будет, просто успокойтесь там, налейте себе чай, какао. Какао обязательно, только с молоком, не на воде. Какао там, налейте себе кофе с молоком, просто взять, вот откиньтесь на заднюю вот спинку стула. На, что есть какая-то спинка стула, передняя что ли? На спинку стула и такие, вот, знаете, вот сидите такие, вот одну руку положили на стол, и другой вот поднимаете кружку, так и вот потихонечку отпиваете свой любимый напиток, да? Если ваш любимый напиток... какое-нибудь вино по утрам, то вы гей официально. Говорите, кто? Геральт? Геральт. А, с кем поговорить-то, чтобы... Братки, вы не прогрузились, понимаю? Приглашение на большие скачки, серьезно? Окей. Вау. Очень интересно. Буду этим обязательно заниматься. Так. Так. Вот где-то здесь. Надеюсь, что где-то здесь. И что же случилось с этим целителем? Такой вот кривой дом. Вот этот вот дом. Вот этот, по-моему. Или вон тот дом. Какой-то падающий дом, вот, кривой. Вот этот или тот. Вот этот, по-моему. Как к себе домой приходит. Грязи-то сколько нанесли. Ой, да заткнись ты. Вот пойди вспомни, где она живет. В таком-то городе. Да, Геральт? А, ей не надо ничего? Пока. Странно. А что мне надо сделать, чтобы она... Ладно, пойдемте при Силе расскажем. Я вообще без понятия. Ладно, мне нужно какой-то из квестов, видимо, допройти. Чтобы, соответственно, что-то появилось. Возможность с ней поговорить. Значит, да, не надо мне находить ее просто так. Эй, Прися! Прися, 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 где ты? Я буду Прися называть. Сокращенно, Прися. Так, не здесь? Вот здесь. Ты просто стоишь и ничего не делаешь, ну ладно. Геральт. Я нашел ублюдка младшего. Я добрался до ублюдка младшего. И что? Ты узнал что-нибудь? Цири и Лютик должны были украсть для него казну Дикстры.
В обмен ублюдок обещал найти кого-нибудь, кто починит филактерии Цири. Она связалась с этой сволочью. Невероятно. Все знают, чем заканчиваются договоры с Вилли. Цири была в отчаянии, но ты права, это была не лучшая мысль. Ублюдок ранил Цири, пытал Дуду. Дуду? А при чем здесь он? Похоже, Лютик попросил его помочь Цири. На счастье, Дуду сумел сбежать. Теперь, наверное, где-то скрывается. А что с Вилли? Он мертв. Слушайте, как эпично-то. А что с Вилли? Он мертв и... Та-да! Та-да! До свидания. До свидания. Это все? Это весь квест? Мне за него даже толком не дали экспы? Нормально, окей. Чувак, у тебя какая-то неправильная жопа. Тебе не кажется, нет? Я, кстати, понял, кто такая Филиппа. Филиппа — это одна из колдуней, которая была по ветке Йорвита вечера втором, а я ветку Йорвита не проходил. Поэтому я не помнил, кто она такая. Ну чё? Давайте заказ выполним тогда. А что еще делать-то? Я могу, конечно, время перемотать, но нафига? Да? Тут в полночь нужно прийти. Сюда я не хочу пока что идти. Или сгонять? А, давайте, сгоняем. Я, естественно, Филиппу я не буду сдавать. Я что, дебил, что ли? Не. Сейчас опять перемотает меня нахер до полуночи. Когда он скажет, мол, эй, ты... Ты свою это самое причеши до полуночи, понял? Это какие-нибудь там волосы на заднице расчеши, а то как-то это самое не по фэншую зайдешь еще к такой великой чародейке, а у тебя задница не расчесана. Посреди улицы ходят. Не по моде. Что значит посреди улицы? Это не оружие, я, может, газоны стригу при помощи них. Никогда не видел газонокосильщика? Нет, я не из будущего, не. Так, подождите, а где она может быть? Здесь? Окей. Я не буду читать там такой текст, мол, типа, чувак, ты прочитай, это интересно. Ну прочитай, ну пожалуйста. Капец, быстрая прогрузка. А, эти самые руины. Давай обратно. Командир, там куча чудовища. Пригожую колдунью найти все труднее. А развлечься. С кем разговаривать-то? Эй. Это еще что за херня? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Я ведьмак. Геральт из Ривии, ведьмак. Меня прислал Родовид. А, так мы тебя ждали. Че, выяснили? Говорят, вы не могли попасть внутрь. Помните, да. А потом нашли вот это. Куда не мог попасть? Вроде проход. Ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Дай-ка мне. Прекрасно. Позволь, я это заберу. На, подавись. Откуда знаешь, что Филиппа там? Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем. Но была там. Это наверняка. С чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с Локмуина. Мало было вырвать ей глаза. Родовид должен был ее на месте прикончить. А так она превратилась в сову и сбежала. Через Каэдвен, Реданию. И в конце концов оказалась здесь. Еще надо что-нибудь знать. Что там внутри? Да чего только нет. Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработала. Видишь, эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища. Едва ноги унесли. Там еще остались твои люди? Чего, с корочкой? Пошло туда больше дюжины. А вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвы. То есть он еще живой, да, с корочкой? Нормально, слушайте. Чувак такой с корочкой будет ходить, сказать, смотри, какая корочка у меня. Смотри, смотри, чувих, ну, какая корочка. Чика-чика. Чика-стайл.
ультрамодный стая, ультратрен. Корочка. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. Свою сбрую лучше. Подправь, хорошо? Так, главное опять не сдохну здесь. Где-то должен быть механизм, отпирающий дверь. По проводкам пойдем, по каким-нибудь красным. О, нашел. Не хватает одной двери. Найс. Как же здесь темновато. Обычное убежище для совы. Здесь не развернешься. Главное не упасть. Охереть. Ок, погнали. Порталы, прекрасно. И охотники на ведьм в них уже покопались. Кто бы мог подумать? Ненавижу порталы, от них все нутро переворачивается. Может, кошку принять? Как и следовало ожидать. Так, пожалуй, я кошку приму на грудь. Что-то как-то темновато, да? Вы что, издеваетесь, что ли? Где моя кошка? Ясыть. What? А вот она. Сесть. Не-не-не-не-не. Другая кнопка. Вот, другое дело. Хотя ничего не поменялось, но ладно. Какой-то большой некер, он не думайте. Отожравшийся некер-то. Лера, не активирован. Получится его включить. А как? Ага, вижу. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Игни? Должно заработать. Получилось. Портал есть. Окей. Я его пнул, и он заработал. Слушайте, ну как телевизор какой-нибудь, знаете, советский. Или радиола там. Пнул, заработало. Не подходи! Да я клёвый! Бери, пока не поранился. Постой! Ты ж тот ведьмак! Это ж тебя король обещал прислать! Вроде танцуй как... дальше с мечом, давай! Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ! Но я покрепче буду! И потом тут такое должно произойти! Я узнаю, что именно, и Родовит это оценит. Он возвысит меня, может, медальку, медаль, да. Шоколадную, по твоему лицу-то видно. И что должно произойти? И что, по-твоему, должно здесь произойти? О, подробностей не знаю, но я нашел записки Филиппы Эльхар. Там про Эду Эмиан, Маргариту Луантиль, Франциску Финдебаир и Френгелью Вига. Я так понял, они собрались тут встречаться. И она еще здесь? Думаешь, Филиппа еще здесь? Пойди знай. Сколько-то пещер мы обыскали, но тут же сплошные закоулки. Спрятаться легче легкого, и не только сове. Погнали отсюда, чувак. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Головой вперед! Я уже сказал. В каньон. Ни за что. А кроме в канаву. Того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Молодец! Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя защищу. А если не сможешь? Будь умницей, дай мне кристалл. Будь послушным охотником, отдай мне кристалл. Я послушный охотник. Я послушный. Окей. Теперь мне не нужна кошка, ну ладно.
Так, и где нужное место? Письмо. Письмо Филиппе? А? Вот она. Дорогая Филя, я как раз пью твой любимый коктейль на террасе в имении отца под Метиной и думаю, какого дьявола тебе вообще взбрело в голову? Я бы еще поняла, если бы я просто тебе наскучила, я бы приняла с покорностью, если бы вдруг оказалось, что тебе не устроила модель наших отношений, или что ты нашла к себе кого-то моложе и красивее, но во имя всех чертовых богов. Дикстра? Это, прости меня, кабан вместо меня? Не знаю, шутка ли это, или ты пробовал новую микстуру, от которой у тебя что-то двинулось в голове, а может это какая-то твоя очередная игра? Если тебе надо быть рядом с этим примитивом по политическим соображениям, я не вижу повода прерывать наше знакомство. В конце концов, это был уже не первый раз, когда нам пришлось скрывать наш... Эй, лесбос тайм! Филиппа порвала с какой-то женщиной ради Дикстры. Лесбо тайм! Чё, куда вставлять сюда? Ну, попробуем. А куда чувак-то угнал? Чё, он свалил, да, навсегда? Фак, я не хотел сюда. Слишком инертное движение. Да фак! Еле добил их. Видимо, это ее лаборатория. Может, там что есть? Я назад вернусь вообще? О, туннель. Куда он ведет? Нет, я, пожалуй, сначала сюда. Еще один неработающий портал. Элемента питания нет. Может, накером приглянулся? Ах, вы някеры поганые, а! Сойдет, с пивом потянет. Привет. Маховое перо, край истрепан. Это совиное перо. Пойдет. Тоже пойдет. Эй, гайс. Такое дело. Элемент питания. Охереть! Чё вы вообще здесь делали, кретины, а? Где элемент питания, уроды? Окей. Чё вы здесь тусили? Чё вы здесь забыли, а? Ну... Раньше в Вичере втором угрожали някеры, здесь утопцы. Хотя я не знаю, что здесь ещё может угрожать. Но потом, короче говоря, берешь и мстишь някерам. В втором вечере просто берешь их и так вот берешь так по щекам, так, тыщ, рукопашный. А, сейчас кошка закончится. Фу. Ну, хотя, может, без кошки лучше будет, я не знаю. Да. Ну, не лучше, но кошка не нужна. Вау, я прокачался. Я даже не знаю... Что качать теперь? Мутаген. Активный фильтр можно создать, окей. Поставлю на здоровье, наверное. 50, плюс 50. А есть что-нибудь побольше? Плюс 100 там, допустим. Плюс 5 может знаков. Плюс 100 здоровья. Не знаю, зачем мне 100 единиц здоровья целых? Целых 100. Так, в жопу, значит. Лучше силу атаки увеличить. Так. И...
на 40% больше урона. Ну, блин, я даже не знаю. А стоит, если он так выносит всех? Так. Сколько я уже вложил уже здесь? 10, надо 18. Фак. Здесь нужно 20, вложил 12. Хм. Еще рандому противнику. Арт так нужен, капец. Ну, наверное, это качать больше, я даже не знаю. Ну, или это. А, давайте это прокачаем. Может, потому что не знаю, что качать. Так. Что здесь? Ага, тут какие-то ловушки. Ию. Здесь не хирушки. А, ты чё? А, окей. Чё здесь? Говно какое-то? Вау. А чё не взял вот это? Чё-то как цыкнуто немножко. Только не бей, только не бей, только не бей, только не бей. Ух ты, мать твою. О! Приветик! Как дела? Конечно, как без страха. Тролль? Нет, голем, то есть. What? Окей. Знаешь что, а может ты в жопу пойдешь, нет? Он огнем бьет, серьезно? Вау, это было сложно, капец. Вот я сейчас просто взял и обосрался сейчас. Вот от сложности этого босса. Он просто был таким убийственным, что я просто взял и чуть не соснул. Так, ну раз он туда вышел, значит мне туда идти, да? Так ведь, да? Наверное, здесь что-то есть интересное. Вот почему вот эти вот подсвечены? Может их ударить? Может их бить можно, нет? Бокс им показать, мол. Чувак, смотри, какой бокс. Лунные осколки. Вау. Было много всего. Здесь еще есть какой-то... немножко незабитый кусочек локации. Текстура, и поэтому он просвечивает. Стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Да вообще капец. А это так, небольшой беспорядок тут. Чуть-чуть не упал. Гады. Филиппо всегда носил вот такие на шее. Только почему они в крови? Она с кем-то дралась? Или использовала их в своих экспериментах? Да просто прикол. Порезала там, знаешь. Окровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Филиппа, какова твоя профессия? Не знаю, буду брать все книги. Али, бери все книги. Ну, вот, беру все книги. Очень нужно. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. Трубку тоже надо взять, по-любому. А, это какая-то херня, которая позволяет им говорить, мегаскоп. Что ли? А, мегаскоп, да. Весь в копоте. Может, друг с другом на расстоянии. Уцелели. Вон, да я ж вижу. Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный. Рис придумает, что с этим делать. Рис, а кристалл из мегаскопа? Да. Я с ней поговорю. Вау, вот это он поднялся, вы это видели? Все, больше ничего здесь нет, я ничего не забыл. Не-не-не-не. Не, никаких вкусняшек. А это кто меня... Ты не перди там, понял? И пердит. Знаете, только меня сразу перенесите наверх, плиз.
Я был бы так счастлив, если бы меня сразу наверх принесли. Может быть, здесь есть какой-нибудь репорт? Я, короче, хз, где я? Просто бегу вперед. Блин, ну могли бы быстро какой-нибудь репорт замутить, ну. Все, короче, я обиделся. Сейчас меня еще спросят эти охотники. Ты что-то нашел, нет? А я им такой, нет. Да ладно, ты что-то нашел. Ты жив? Ну так, знаешь. Это призрак. Нашел что-нибудь? Оп. Ничего. Сожженные бумаги, гнездо накеров, крыс. Ничего интересного. Что-то мне не верится. Это правда? Я говорю правду. Вы, охотники, больно подозрительные. И не без причины. Схватить его! Окей! Нормально? Бейте его, ну. Или ты бей кого-нибудь. Давай, мой бодигард. У меня аж меч сломался, прости, браток. О боже мой. Взял двоих, замочил. Капец, психи. Да, это еще раз показывает, насколько грандиозен здесь искусственный интеллект. Что-то мне не верится. Давайте-ка допойдем до ведьмака, который выжил там, где не смогли выжить 12 дюжин наших чуваков. Ну понятно, почему один обгорел, и был он просто на элементале огня. Нарвался. Так, естественно, мы Трис расскажем. Сейчас я пойду этому сраному, этому вот чуваку, у которого вот метр эго зашкаливает, эгометр. Если переставить буквы, то получается гейметр. Если переставить еще много раз буквы, то получается то, что он гомодрил. Ну, знаете, так буквы можно переставлять долго. Новый получается. Ну, это как, допустим, перемешивать много раз, допустим, какие-то ингредиенты, да, в супе. У вас получается абсолютно новый суп. Бывает такое тоже. Мне надо бы починиться, наверное, да? Ты что-то поломался? Боже ты мой! Бей их! Не будешь их бить? У них даже имена не прогрузились. Вот только сейчас. Лол. Наконец-то я их могу бить. Мне понравилась реакция. Уйо. Мол, прости, случайно задел. О, нормально, свинья, свинья. Нормально, нормально. Двуголовая свинья. Я не знаю, что они делают. Поняли, да? Было две свиньи, стало три свиньи. Вот оно, чудо рождения, вот оно. Прямо у вас на экранах было. Как к себе домой приходит. Грязи-то сколько нанесли. Ой. Она, у нее одна фраза, что ли, всего лишь, а? Вот тоже баба. Книжки читай, будет проще в жизни жить. Да, Геральт? Радовид активно ищет Филиппу. Я говорил с Радовидом, он предложил мне найти Филиппу. Ублюдок! Ему мало, что он вырвал ей глаза. Он решил ее еще помучить. Ты его, конечно, отказал? Нет. Геральт, ты же знаешь, что он с ней сделал. Успокойся, я просто подумал, что если соглашусь, его люди не будут мне мешать.
Мне действительно интересно, что с ней. И как? Ты что-нибудь узнал? Этот кристалл. Я вот что нашел. Кристалл от мегаскопа. Он поврежден, но не окончательно. Франциска тоже колеблется. Они с Идой не хотят принимать решение вслепую. Они перестанут колебаться, как только мы увидим Кейру и Фрингилью. Фрингилья с нами. Она закончит дела в Нильфгаарде и присоединится к нам. Чудесно. Остается Кейра. Проблема в том, что я понятия не имею, где она. Что с Трисом? Йеннифер никогда не входила в ложу. А Трис? Посмотрим. Я восстановлю зрение и выберусь в Новиград к Артуру в Лейстеру. Говорят, и Трис где-то там. Ты все о том же. Прости меня, Филь, но в одиночку ты никогда не восстановишь глаза. Вильгефорд смог. Я использую тот же метод. Выращиваю ткани на драгоценных камнях. Это безумие. Нужно... Или... Твой... Опасность. Все. Больше восстановить невозможно. О чем они? Значит, Филиппа восстанавливает зрение. Я так поняла. Она собралась выращивать живые ткани на драгоценных камнях. Похоже на правду. В ее убежище я нашел окровавленные агаты. Если ей повезло, она стала вторым человеком в мире, кому это удалось. Но, пожалуй, самое интересное – это разговор о ложе. Что в нем такого? Почему? Они упоминали самых могущественных чародеев, бывших членов ложи. Похоже, они собрались ее возродить. Это хорошо или плохо? Смотря для кого. Филиппа всегда говорила, если магия погибнет, погибнет весь мир. А ложа защищала чародеев и их интересы. С другой стороны, родовитый император будут не слишком довольны. Обоим пришлось бы считаться с нашим мнением, а они не любят делиться властью. Хочешь вступить в ложу? Наше мнение? Ты хочешь к ним присоединиться? Нет. У меня другие планы. Так что ты будешь делать с кристаллом? Еще не знаю. Но я уверен, что Родовида он очень заинтересует. Ты же не отдашь его ему? Пусть у тебя полежит. Может, лучше, если он побудет у тебя? Гораздо лучше. У меня он будет в безопасности. Я наложу на него диагностическое заклинание. Попробую узнать что-нибудь еще. Удачи. Сказать Родовиду, что... Что, реально мне ему рассказать надо будет все-таки? Может, ничего не говорить можно будет, но скорее всего. Что-то, по-моему, я спускаюсь больше этажей, чем... What the fuck? Кривой пьяный ведьмак! Убивал нахер там козлов всяких! Так. Перед тем, куда идти, я думаю, что... Ну, хотя... Ай, наплевать. Так. Мне нужен телепорт. Справа. А еще починиться. Ну и тут же есть... кузнец. Тут кто-то что-то рисовал, окей. А что нарисовал так себе? Надо посмотреть. Что ты делаешь? What the fuck? Капец, мазня. Я также могу просто взять, выпить краски и сплюнуть. Слушайте, ёпарыс, надо попробовать. Как-нибудь назову плевок жизни. Ну, зашибись, привет, приехали. Ты не работаешь после 9, что ли? Спокойной ночи, малыши, смотришь, где там у меня починилка? Так, чему ты видишь? Лучше писюн свою видь, а то мало ли.
потерялся там или еще что. Ничего мы ему, короче, не расскажем. Да, они Кейру ищут. Тут такой, короче, знаете, приду такой к ложе, такой... Буду вот так стану рядом с столом, буду крутить так пальчиком, знаете, смотреть в пол и говорить, мол, тут такое дело, только не бейте, пожалуйста. В общем, вот как-то, ну, так получилось, что, да. Это с кем говорить, с тобой? Это корабль его королевского величества Родовида V, короля Редании. Что ты здесь ищешь? Чуюсь с королем. Я хочу увидеться с королем по делу Филиппы Эйльхарт. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Ты что, ты мне говорил про стальной клинок, там все дела. Теперь что-то тут как-то иди за мной. Есть успехи. Ты нашел Эйльхарт? Нет, думаю, она мертва. Она действительно пряталась там, где сказали твои люди, но я опоздал. К счастью или нет, трудно сказать. В ее убежище произошел пожар. Скорее всего, Филиппа погибла в пламени. Подходящий конец для ведьмы. У тебя есть доказательства? Нет, но могу дать слово. Твое слово? Ты даешь мне слово? Извини, но сама Эйльхарт научила меня не верить словам. А потому и говорить не о чем. Прощай. Какой награды, никакого праздника, иди ты в жопу, понял вообще? Урод поганый, ненавижу тебя, сволочь, вонючая скотина, чтоб ты поскользнулся на банане и свернул шею, ублюдок тупой, вот все, пошел ты. Не нравится ему, не верит он мне, но обманул один раз и все, нет, все, я короче обиделся. Я надеюсь, час ночи это около полуночи, или 2 часа ночи около полуночи. А то, мать твою, я просто возьму сейчас и реально обижусь на игру. Польская. Да пошли вы в жопу, понятно. 3 часа ночи он... 3 часа он шел назад. Охереть, я бы дошел быстрее пешком. Реально, может, пешком попробовать. Мне еще сутки ждать надо будет здесь этого дерьма. Да. Так, что тогда мы делаем? Ух, хз. Давайте тогда еще перед вот этим квестом выполним вот этот квест. Таинственные следы. Так, а зачем мне смотреть, что я выполнил? Вообще наплевать. Это у нас... Окей. Так, сейчас надо посмотреть, каждое ли путешествие занимает 3 часа. Точнее, телепорт. Ну, тут, наверное, я думал, что от продолжительности или от длины перемещения, но... Хрен его знает. Где? What? Не понял. Так. Окей, где-то на юге. What? А вот квест. Фух, господи. Чуть не потерял, думал. Все, капец, я потерялся. Залипи. О, как я давно там не был. Ладно, сейчас мы, короче... Залипнем там. Где? О, господи, я уже потерялся.